Жесть, а как взлетать? Улетел. Взлетел, мать. А я забыл. А я реально забыл, как взлетать. Давай назад-то. Твою мать. Пошел нахрен. Как ты меня задрал? Просто, просто невыносимая жесть. Зато Тревор полетел. Зато Тревор сам по себе полетел. Так, да в смысле? Да в смысле? Что не так с этой кнопкой? Что не так с собой, а? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. Мы продолжаем с вами GTA 5 проходить. Вот. Что-то мне такое подсказывает, прям вот подсказывает, что мы с вами приближаемся уже, не знаю, там, к событиям, которые приведут к развязке. К развязке игры, к концовке, к финалу, вот. Почему-то мне кажется, что Майкл, ну вот наши трое друзей, короче, Майкл, Тревор и Франклин, они... решат, короче, ограбить этого Мадрасу. Либо ограбить, короче, Фибов, на которые они работали. Ну, в любом случае, какое-то грандиозное ограбление финальное должно быть. Вот. Либо то, либо то. Но я почему-то склоняюсь больше к Мадрасу. Он все-таки там влиятельный человек, да, мафия, вся фигня. Вот. И я думаю, что все-таки они его захотят грабануть. Вот. Ну, сейчас увидим, приедем, короче, к Майклу домой, увидим, что там вообще происходит. Возможно, Тревор и Майкл скрываются у Майкла дома, хотя, блин, это глупо, это реально глупо, потому что Мадрас знает, где Майкл живет, и это очень глупо. Ну, короче, сейчас посмотрим, увидим. И я думаю, что в финале, скорее всего, в финале кто-то умрет из друзей. Почему-то мне так кажется. Мне почему-то кажется, что кто-то, вот, допустим, либо Майкл, либо Тревор, потому что у них такие вот натяженные, короче, отношения, да. И они, как бы, будет такая фишка, я думаю, что они должны будут показать свою дружбу. Кто, ну, какая дружба у них на самом деле? Типа, спасти там друг друга, спасти, либо один из них кого-то спасти должен будет. А Франклин, он будет просто помогать, я думаю. Он как помощник. Ну, короче, посмотрим. Я рассказал свои догадки, вот, свои теории, что должно произойти, в принципе. Ну и посмотрим, правильно ли я угадал. Так, окей, мы приехали. Так. Ну-ка. Ты где? В доме пусто. А, привет. Мне как бы пришлось залечь на дно, да из-за того милого мексиканца, с которым мы познакомились. Мы с Ти сделали для него одно дельце, и мы поссорились. Ты прикалываешься? Если бы. И где ты теперь обитаешь? В пустыне. Рядом с Аламо-Си. Ладно. Я дам тебе знать, если что найду. Конечно. Кстати. Его жена у Тревора. Тревор женился? Нет, я про жену мексиканца. Что? Вот дерьмо. Даже не знаю, что сказать. Ничего. Ничего не надо говорить. Рон? Рон. Я вернулся. Иду, Тревор. И принеси мне кофе, иначе я тебе руку отрублю. Конечно. Кто это, черт? Твоя прислуга? Деловой партнер. Хороший парень. Надежный. Рон, это Майкл. А это Патриция. Слушай, красавица, мне жаль, что все так получилось. И знаешь, я не гарантирую, что с собой все будет в порядке.
Может, мне придется порубить тебя на мелкие кусочки, а потом спустить их в унитаз, но... Я искренне надеюсь, что это до этого не дойдет. Цени твою откровенность. Я вижу. Ты хороший человек. Тогда тебе надо проверить зрение. Рон, скучал по мне? Конечно, Тревор. То есть, и как наш сраный бизнес? Я пытался. Если соберешься поведать, я распорю твою глотку и набью тебя дерьмом. Нет, история не грустная, мне просто все пошло не так. Но я кое-что слышал. О Мэри Уэзер. Они ждут большую партию оружия. Ну, я и подумал. Что тебя это заинтересует? Класс. Пошли. Я в деле. Эй, нет, нет, только не ты. Тебя еще ищут. Не высовывайся. Присмотри за ней, ладно? Она настоящая леди. Пошли, Рон. Был рад познакомиться, Майкл. Да пошли же, Тула. Пошли же ты уже ж. Понятно, короче, сейчас мы за Тревора. Начали за Франклина, продолжим за Тревора. Короче, едем, я так понял, снова с этим. К этим, как их там? Садитесь в самолет. Короче, Мэри Уэзер, вот эта вот, которую мы грабили, которая вот у нас пошло все напрасно. И мы сейчас и будем... Наверстывать упущенное, короче. Лестера поблизости нет, поэтому помешать нам никто не сможет. Вот, так что Тревор так просто не сдастся. Ну, этого, в принципе, можно было ожидать. Этого, в принципе, можно было ожидать от Тревора-то. Судя по тому, что он уже вытворил и еще вытворит, короче, то это нормально. Нормально. Для него это нормально. Так. Главное, короче, не накосячить с самолетом, потому что вы знаете, из какой из меня пилот. Окей, приехали. Так, сесть в самолет, да? Рон, давай, поспеши. Давай. За мной, Рон. А чё не садимся? Рыва. А, он со мной не полетит. Я-то думал, он со мной полетит. Так, окей. Надо вспомнить теперь, как управлять самолетом. Как управлять, мать его, самолетом? Так. Разгоняемся. Разгоняемся. И как там взлетать? Как там взлетать-то? Жесть, а как взлетать? Улетел. Взлетел, мать его. А я забыл. А я реально забыл, как взлетать. Жесть. Так, окей, давай повторим. Будет подсказочка-то, как взлетать? Будет подсказочка, как взлетать-то? А как взлетать-то? Да в смысле? А как взлетать? Стопэ. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Как взлетать? У меня самолет не взлетает. Почему? Как взлетать-то? Ну, это тормоз. Это тормоз. Пойди надо на себя штурвал тянуть. Я тяну. Почему не взлетаем? Так. Я еще и застрял, короче, тут. Окей. Да жесть. Ну, ёпта. Наставили тут. Нахрена вот этих вот штук, вот эти штуки здесь наставили, короче. Жесть. Я говорю, блин, меня бесит вот эти вот штуки, короче, управление на самолетах, там, на летательных аппаратах в GTA. Это такой, блин, вообще бред. Все застрял. Давай назад-то. Твою мать.
твою мать! Пошел нахрен. Окей. Так, управление самолетом. Погоди. Управление самолетом. Ну-ка покажи мне, как взлетать. Почему, когда нужны подсказки, их нет? А в смысле, почему ты не взлетаешь-то, упырь? Так, погоди, а двигается каким-то закрылки или что-нибудь в этом роде? Это вниз, окей. Это на себя, вот так вот должен взлетать. Вот так вот я, по идее, должен взлететь. Почему не взлетает? Твою мать, столбов нас... Да давай ты назад... Да в смысле? А чё ты назад-то не едешь, э? Дундук. Да как ты меня задрал-то, мудила ссаная. Как ты меня задрал? Просто невыносимая жесть. Зато Тревор полетел. Зато Тревор сам по себе полетел. Так. Ручка. Окей. Я все правильно нажимал, но почему он не взлетает? Аллилуйя, мать твою. Аллилуйя. Взлетел. Ой, куда ты вниз? Да в смысле? Что не так с этой кнопкой? Что не так с собой, а? В смысле? Почему он упал опять? Почему он не начал набирать высоту? Что за бред? Пять камней? О, бесит-то уже меня как, а? Жесть. Просто жесть. И знаешь, заново-то не начать никак. Только вот так. Заново начинать только так. Жесть, почему не взлетает? Почему он... Взлететь он взлетел, ладно. А почему он высоту-то не набирает? Что за бред? Что за херовый самолет? Ну? Взлетай давай! Во! Аллилуйя! Аллилуйя! В смысле, почему ты опять падаешь-то? Что за бред? Что с этим самолетом не так? Летите на высоте, чтобы военных что-то там. Да почему? Да что не так-то с этим самолетом? Что за бред? Что за хрень-то происходит? Пипец какой. Что не так с ним? Нажимать надо? Или держать? Да держать надо по-любому. Что не так с этим самолетом? Скажите мне. Тревор, ты гон. Жесть, дебил. Просто 13 минут уже пытаюсь взлететь, короче. Что за бред? Жесть полная. Полная жесть. Ну что зависло? Что так? Давай. Тревор. Ты же ас, но покажи ты свой ас. Покажи ты свой ас в небе. Ас.
Почему вот он падает? Я не понимаю. Так, погоди. Погоди. Охренеть, как его, блин. Как на этих самолетах летать? Я просто. Ну, вроде летим. Жесть. А почему он падает вниз? Мне стоит только отпустить, короче, кнопку, и он падает вниз. Он же, по идее, должен, короче, лететь как-то вот, ну, не знаю. Как-то прямо. Да куда ты, ну? Что за бред? Что, мать его, за бред? Чё за дичь-то вообще полная? Просто полная дичь. Не понимаю, вообще не понимаю этого. Как тут лететь? Как лететь? Окей, взлетел. Пипец. Куда-то его несет сразу в сторону, вообще просто непонятно. Так, окей, ладно, допустим, летим. Летим. Типа летим. Опять спускается. Вот что с ним? Погоди, почему? Почему его вот так вот виляет? Что за бред? Что за дичь? Просто он опять Да что с тобой не... Да... Что не так с этим самолетом? Просто я не пойму. Как лететь? Чё за бред-то? Я вообще не могу понять. Что... Как лететь на этом самолете? Ну-ка. Да, какую тупарь, а? Так, воздушный транспорт, давай. Увеличить тягу, правильно. Уменьшить, ну. Влево, вправо, ну. Наклон, 4, так. Наклон вправо, 6, так. Наклон вперед, 8, так. Наклон назад, ну. Что не так? Пипец. Чё за бред? Непонятно. Я просто не понимаю. Тупой самолет. Да что? Почему? Что за бред? Какая-то дичь, просто пипец. Я не знаю. Я просто не знаю, как это проходить. Просто я не знаю. Что за херня? Либо это баг какой-то. Просто какая-то дичь с самолетом творится. Непонятно. Вот почему он падает-то, ёб твою мать, а? Почему вот так вот он падает? Так, ладно, набрали высоту. Хорошо. Так, погоди, меня обнаружили. Кто-то меня обнаружил. Я не хочу спускаться, а то будет жесть. Так, хорош.
Отлично. Неужели полетел самолет? Неужели полетел, мать его, самолет? Просто какая-то дичь. Я не понимаю, что это сейчас было. Просто не понимаю, что это сейчас было. Так, грузовой самолет передо мной. Давайте еще скажите, что мне надо, короче, этот... Да в смысле? Еще тут военные эти хрени, короче. Да, задрали вы. О, радар это просто. Я уже давно улетел оттуда, с этой морской херни. Во, радар у них. Все? Да в смысле? Когда можно взлететь-то? Я такими темпами не долечу, не догоню этот самолет Боинг, этот Сан. Где можно набрать высоту-то уже? Я только взлетел, как положено. Полеты над военной базой запрещены. Да, я понял, что запрещены. Я пролечу рядом, попытаюсь. В меня чуть не впилилась, короче, птица. Настроили тут военных баз. Одну бы поставили на весь город и хватит. Вот настроили-то. Даже не взлететь, даже не... Да в смысле? Ты хорош. Ты ведь знаешь... Чего? Птицу сбил? Ладно, допустим. Птицу сбил, хорошо. Так, где самолет? О, вижу. Самолет я вижу. Что тебя опять завиляло-то? Долго лететь-то, ёпта. Деревья, сейчас еще в дерево давай впились. Почему вот этот грузовой самолет, он может лететь, короче, высоко над горами, а я не могу? Почему? Да в смысле, почему? Вот почему? Начинает пищать сразу. Да куда мне спускаться, ты задрал? Здесь скалы, куда мне спускаться? Тут деревья. Окей. Да как меня бомбить-то от этих вот полетов? Да в смысле? Когда я приближаюсь, спускаюсь ближе к воде, меня начинает самолет, короче, просто начинает вилять. А тут смотри, тут деревья. Как тут? Как тут высоту не набрать? Так, вроде не пищит. Хорошо. Уже радует. Сука. Ну, хорошо. У меня других слов нет. Просто других слов нет. Если, короче, я врежусь и... И разобьюсь, и снова надо будет взлетать, это будет просто катастрофа. Да, в смысле? Хорош. Это будет реально катастрофа, просто катастрофа. Сколько лететь? Блин, провода? Сколько тут лететь? Я так не догоню. Мне надо его догнать? Или надо просто следить? Жесть какая-то. Да, Рон, заткнись нахер. Это все из-за Рона. Это все из-за Рона. Скажите, еще всю карту надо облететь вместе с ним. Вот ровно летишь, начинает вилять сразу. Жесть какая-то. Просто тупая миссия. Тупая миссия. Просто тупая. Лучше бы я кого-нибудь грабанул или пострелял бы в кого-нибудь. Вы улетели в зону... Да в смысле? Я уже сколько... Сколько я... Я
Я и так уже влетал в эту зону, короче. Еще подойдите к задней части грузового самолета. В смысле, мне нельзя подниматься. Или можно уже? Я могу подниматься? А, хорошо. Хоть на этом спасибо. Теперь к задней части самолета надо подлететь. Ой, блин, жесть. Ой, блин, жесть. Да в смысле, в смысле? Стой, стой. Хорош. О, чё завиляло-то? К задней части. Смотри, как он далеко. Какой к задней части? Ты о чем вообще говоришь? Я к задней части буду подлетать очень-очень долго. Потому что у меня самолет тянет вниз. Я не понимаю причины этого. Я вроде не врезался. Пипец, как он далеко. Расстояние даже не меняется, походу. Жесть. Расстояние не меняется, просто не меняется. Сфокусироваться. Ну вот я сфокусировался. А расстояние не меняется. Да. Тупые вот эти миссии с самолетами, это просто жесть. Просто жесть. Я не понимаю, в расстояние приближается самолет, который вот тут вдали, или нет. Мне кажется, нифига. Мне кажется, как он стоит на месте, так и стоит на месте. Просто жесть. Мне кажется, нифига не приближается. Или там он завис. Или зависло. Просто зависло. Такая дичь. Я просто... Блин. Ой, ненавижу. Просто ненавижу. Так, погоди. Ну, по-моему, приближается, нет? Чуть-чуть, просто там на миллиметры, на какие-то приближается. Но то, что двигаемся мы вперед, ну, как бы самолет наш двигается вперед, это факт, потому что вон горы пролетаем. А тот самолет нет, он нифига, смотри, он даже не это. Даже с места, даже не это. Ты какая дичь просто. Внизу самолет подлетел слишком близко к Лос-Анцусу. Как? Как, блин? Скажи еще заново, сейчас взлетать надо будет. Я охренею, просто охренею. Нет, ладно, окей. Окей. А, я вылетел из зоны военных действий. Ладно, допустим, давай. Я вроде начал ближе, чем был. Набирай, я не знаю, нажал набирать тягу, но у меня, по-моему, и так по максимуму тяга. А самолет тут, смотри, отдаляется. Он так и отдаляется. Я не понимаю, как до него долететь. Он отдаляется, видишь? Я не понимаю этого. Не опусти самолет, что-то там. Сбить меня, это не очень-то вежливо. Так, вот этого не было, да? Я, значит, приближаюсь. Ну да, я приближаюсь. Залетите внутрь груза... Да, смысл? Что? Что? Что?
Залететь внутрь? Да вы издеваетесь. Я сейчас подобьюсь, как них. Я тут летаю. В смысле? А, жесть. Стой, не стреляй по мне. Ай, попал. Ай, попал. Да он сейчас собьет меня. Как тут? Как тут взлететь? Как тут подлететь? Как тут взлететь внутрь-то? Мать вашу. Мать вашу. Фу. Просто дичь. Просто дичь. Охренеть. Во, вот это... Вот это другое дело. Вот лучше бы сразу такую миссию, короче, да. Вот это другое дело. Это вот это по-нашему. А не то, что там на самолетах что-то летать, короче, или что-то еще. Все, груз конфискован. Там еще кто-то, да? Ну и нафиг тебя. Кто-то еще стреляет? Кто-то еще хочет свинечка свинца. Он еще идет. Все. А, нет, там еще где-то есть. А, этот живой. Все отлично. Я, по-моему, всех загасил. Или еще кто-то есть. По-моему, все. По-моему, все. Машину так в сторону-то отдвинул. Нормально. Опа! Упс. Так, окей. Беги ты, что ты пешочком-то идешь? О, хорош. Хорош. Так, с этой стороны, да, залазить мне? Окей. Ой, здорово. Ладно, кто поведет эту штуку? Конечно же, Тревор, блин. Конечно же, я поведу эту штуку. Кто же еще? Сесть, управлять самолетом. Жесть. Ладно, продолжаем. Грузовой самолет Мэриуэзер диспетчерская сообщает о изменении курса. Мы садимся на аэродром Маккензи. Так, погоди, надо в другую сторону. Меняю частоту. Рон, слышишь меня? Я добыл самолет с покупателями. Трев, мы здесь, ждем тебя. Так, ну ладно. Горем пополам справились. С горем пополам справились. Теперь нужно как-то посадить этот долбанный самолет, наверное, да? Куда-то. Ну блин, вот на таком самолете как-то попроще, чем на том. Он как-то, смотри, он как-то проще летит. Он тоже виляет из стороны в сторону. Короче, все самолеты уроды. Все самолеты говно. Все миссии на самолетах это говно. Полное говно. Похоже, у нас проблема. Чтобы включить и отключить вид на грузовой самолет. Посмотрим, может, поможет ли это. Набирать высоту, типа? Ну, давай, набираем высоту. Там что-то про высоту сказал. Я не знаю, правильно ли это или нет. Но он сказал про высоту, короче. Ну ладно, набираю высоту. А нам разрешено сбить вас. Измените курс, или мы откроем огонь. Не думаю, ты понимаешь, таких, что там, сколько попасть. Ладно. Взлетаем. Взлетаем. Поворачивайте немедленно. Эй, да ты все равно не ставишь меня сбивать. Подумай о жертвах на земле. Погоди, как... Я взлетаю, да? Набираю. Набираю высоту. Вроде да. Ёпта. С
взрыв. Двигатель карантин, конечно, посадить эту птичку, прыгай. Это задумано? Это задумано? А, значит, это задумано так было. Я-то думал, все, пипец, кранты опять заново. Ладно. Короче, неужели снова все напрасно? Ублюдки сраные. Неужели все напрасно? Удерживайте, чтобы падать быстрее. А, так, понятно, раскрыть парашют это вот так. И куда он, в воду упадет? Да, он упал в воду, короче. Ну пипец. Доберитесь до берега. Охренеть, как я тут приземлился, блин. И чё, наверное, скорее всего, короче, потом надо будет нырять за этим самолетом. Груз стоит. Пипец, как далеко я упал. Надо было туда ближе к земле, короче, лететь. Ну ладно. А, он сейчас доплывем туда. Вот так, наверное, будет быстрее, да? Чем вон на тот мостик плыть. Лучше вот так вот. Сразу прямиком, короче, к домику. Там, ну, чей-то гараж. Просто тупо, короче, мы всю серию мучились, короче, с самолетом. Это пипец. Это просто полный пипец. Кто придумывает эти миссии? Зачем Rockstar придумывает такие миссии? Нет, я понимаю, да, на самолете, может, и прикольно миссия, да? Сама по себе миссия. Но управление просто, это сущий кошмар. Rockstar, если вы делаете такое, то, блин, делайте управление-то хотя бы поудобнее. Все, отлично, прибыл. Прибыл. Окей. Выполнил турбулентность. Да, такая турбулентность, что всем турбулентностям турбулентность, блин. Фу, жесть. Так, ну и чё? А, Рон, сейчас нам скажет, и чё, Рон. Тревор, ты в порядке? Черт, я видел, как падал самолет. Я-то выжил, а вот армии ящиков не повезло. Хоть какой-то плюс. Слава богу, фюзеляж улетел в Баламоси. Думаю, с аквалангом ты до оружия доберешься. Идея неплохая, но на это потребуется время. Позвони Оскару и скажи, что он не получит это оружие. Ладно, слушай, я должен спросить, ты связан с федералами? Заходил агент Санчес, сказал, что вы с Майклом должны встретиться с его начальством в гараже. На кухне. Твою мать, я вынужден это делать, понял? Но это я их использую, а не они меня. Счёшь? Заруби себе это на носу. Так. Санчес еще какой-то там. Санчес, Херанчес, короче, это вот ФРБ, понятно. Есть еще, короче, чудаки и незнакомцы. А, с самолетом получается все кранты, да? А, еще смотри, у Франклина есть чудаки и незнакомцы. Окей, ладно. Окей, ладно, сейчас найдем тачку. Ну, допустим, вот это хватит. Кто ж пойдет? Вот. И я, наверное, сохранюсь. Вот. И... Чудаков, наверное, в следующую серию попроходим чудаков, посмотрим там. Ну, по времени посмотрим. Если быстро это все пройдет, то продолжим там. А, кстати, у Франклина еще Лестер появился, смотри. Так что еще и Лестера поиграем за Лестера. Ну, миссию убийства. Вот. Ну, а пока на этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.